Доброе утро, дорогие, доброе утро, семья, доброе утро, братья, сестры. У меня есть одна тема, знаете, одна, может быть, мысль, которая постараюсь, чтобы это вышло как тема. Я прошу Духа Святого просто, чтобы он, знаете, коснулся моих уст, чтобы он коснулся моего языка, чтобы его выслышали. Не знаю, знаете, в последнее время, каждый раз, когда я сажусь готовиться, понимаете, когда я... Понимаете, что что-то должно меняться, понимаете, что-то должно... И может быть, это со мной меняется, понимаете? Но сейчас секундочку, я соберусь, не знаю, что происходит. Просто понимаете, без Духа Святого, без Бога, это все просто вообще, это не нужно. Знаете, не нужен твой воршип, не нужны мои проповеди, не нужно ничего, если его нету. Оно не нужно. Это может быть хорошее какое-то занятие, хорошее действие, которое, да, может быть, приносит какую-то пользу, но это не то, понимаете, это не то. Есть что-то глубже, есть что-то мощное, есть что-то, что Бог заложил в церковь свою, что Бог заложил в тебя, заложил в меня, что ты не можешь, понимаешь, ты не можешь просто, как говорится, не увидеть это. Оно есть здесь. И оно есть здесь. Поэтому моя молитва, моя мечта, чтобы Дух Святой, понимаете, говорил, чтобы не человек, чтобы не мои какие-то экспириенсы, не какие-то мои, там, знаете, опыты, там, что это полезно, да, может быть, есть время этому. Но вы понимаете, в то время, в которое мы живем, где если ты даже по-человечески посмотришь, что происходит в мире, ты даже неверующий человек поймет, что что-то происходит намного больше, чем где-то ты слышишь, там где-то война, или там где-то что-то плохо, там чего-то не хватает, или там какая-то проблема. Я не знаю, чувствуешь ли ты в духе, чувствуешь ли этот подъем, вот это, как говорится, знаете, время наоборот бодрствовать, время наоборот стоять на фундаменте, на котором ты стоишь, ты должен его чувствовать сейчас тверже, чем когда-либо. И это я не говорю, чтобы, понимаете, там, чтобы там, ты испугался или там, бежал к Богу, но наоборот, потому что это время, понимаете, то время, наоборот, для церкви, для подъема, для чего-то Божьего. Человеческого мы видим много, человеческого очень много. Но есть что-то, я молюсь, чтобы во мне была мечта, чтобы в тебе была мечта, что без Бога, я тебе говорю, запомни, без Бога тебе и мне ее даже не коснуться. Я уже не говоря о том, чтобы ее взять или достичь этого. Потом мечтая, так скажу, мечтая о чем-то великом. Забудь за свои там, что тебя там что-то плохо в жизни, или тебе там чего-то не хватает, или чего-то ты там ищешь какого-то счастья здесь. Забудь за это. Это все вот так пух, как, понимаете, как во мгновение ока все может исчезнуть. Все может исчезнуть вот так вот, и не будет. Потому что у каждого, понимаете, счастье может быть. У одного, один человек хочет там денег много, другой хочет там жену, или третья хочет мужа, и вот это не хватает для полного счастья. Или дом, или там крутую машину, или там вот я выберусь из долгов, и тогда я буду счастливым. Забудь, это все мирское, это все дешевое, это все оно, а я же говорю, оно сегодня есть, завтра оно не будет.
Есть от Бога мечта, есть что-то, что вечное, что останется с тобой, пока, я не знаю, навечно. Потому что я надеюсь, я молюсь, что я мечтаю о чем-то большем. Я мечтаю о том, о чем-то великом, что я без тебя, Господь, не могу сделать. А то, что в мире происходит, то, что, знаете, это... Я сейчас говорю, если смотреть мирскими глазами. Знаете, в Екклесиасте написано, что нет ничего нового под небом. Все, что было, оно уже было. И все, что будет, оно уже было. Или так, как-то так. Поэтому, но если ты смотришь глазами Бога, если ты смотришь на эти вещи так, как ты просишь увидеть это глазами Бога, то ты видишь по-другому. Ты смотри на это все с позиции, я так скажу, вечности. Не смотри это по-человечески или там по что происходит там у тебя в жизни, там на работе или еще где-то. Тему я так называл. Назвал «Дай мне эту гору». Давайте сразу я прочитаю. Это Иисус Навин, 14 глава, 6 стиха, 6 по 12, по-моему. Знаете, эта история, если... Ну, сейчас я начну читать, вы вспомните. Это когда Иисус Навин, уже Моисей умер, Иисус Навин перевел уже как бы израильский народ в обетованную землю, они уже захватили, понимаете, в основном все, они, говорится, всех уничтожали по дороге. И что интересно, ты если читаешь эту историю, ты увидишь, что даже там написано, что сам Бог так настраивал людей, эти все города, чтобы они не сдавались. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Что знаешь, иногда в твоей жизни ты думаешь, почему враг меня атакует? Почему это происходит? Ты знаешь, что иногда Бог допускает или специально врага, я так скажу, направляет на тебя, чтобы ты его уничтожил или ты его уничтожила. Понимаете, что там так и написано, что когда они брали эти города, там сам Господь настроил их, чтобы они сопротивлялись. Потому что все боялись их. Но сам Бог настоял, чтобы и они их всех просто уничтожали. Там написано, вырезали все, уничтожали все. Поэтому это так мне тема. Если твою жизнь атакует что-то, то пойми, это атакует, чтобы не уничтожить тебя, а наоборот, чтобы ты уничтожил того врага или тот дух, который атакует тебя. Только в этом случае. Иисус Навин, 14 глава. В Гилгале к Иисусу подошли... Гилгале, где-то в Грузии, наверное, да? Подошли сыны Иуды и Халев, сын Иефунни, кинезей. Сказал Иисусу, «Ты помнишь, что говорил Господь про нас с тобой, Моисею, человеку Божьему, в Кадеш-Барнее? 40 лет мне было, когда Моисей... Раб Господа послал меня из Кадеш-Барнея в эту страну на разведку. Вернувшись, я правдиво рассказал ему обо всем. Другие израильтяне, ходившие со мной на разведку, испугали людей своими рассказами. Но я был верен Господу моему Богу». Слушайте внимательно. «Я был верен Господу моему Богу. И тогда Моисей дал мне такую клятву: земля, по которой ступала твоя нога, будет вовек принадлежать тебе и твоим потомкам за то, что ты верен Господу, моему Богу. И вот Господь, как и обещал, дал мне дожить до нынешнего дня. 45 лет минуло с тех пор, как он обещал это Моисею». Слушайте, 45 лет.
Тогда израильтяне шли через пустыню. Сейчас мне 85 лет. И вот тут что-то настолько глубокое, что просто меня, можно сказать... И он говорит, но я так же крепок, как и в тот день, когда Моисей послал меня на разведку. Я все так же силен, готов к боям и походам. Отдай мне гору, о котором говорил тогда Господь. Слушайте, он говорит, когда говорил Господь, ты сам слышал в тот день, что там Анакимы, понимаете, это гора, если вам примерно так изобразить, они захватили в основном всю территорию, но было одно место, ну как гора, понимаете, может быть у нас, ну как бы, ты представляешь там как гора, там Маунт Худ или там еще какая-то, это просто такое Нагорье, понимаете, и на этом как бы этот был город, где жили вот эти великаны, понимаете, там три было вот этих великана. Это тот город, который испугались эти, когда они пошли. Везде жили обычные люди. Это была только одна местность, вот эта как гора, где жили вот эти великаны, которых они испугались и говорили, мы там были как кузнечики. Смотрите, что говорит Халев. Говорит, я так же самокрепок, говорит, и силен. Представьте, прошло 45 лет. И я сейчас не говорю о физической силе. Потому что я думаю, потом, если вы читаете дальше, там уже вели битву, там уже, ну как и он, и там его будущий зять, получается, то есть уже, как говорится, были еще люди. Но что мне именно показал Дух Святой, и что я хочу, чтобы вы услышали и увидели именно вот в этом? Понимаете, что прошло 45 лет, как он ходил в эту землю? И он приходит, представьте, вот почему сам Бог говорил, что Халев, он другого духа, он совсем не такой. Понимаете, прошло 45 лет, и он говорит, отдай мне эту гору. И поймите, это не была захвачена территория, все было захвачено. Представьте, он 45 лет, он ходил по этой пустыне, и я так скажу, он мечтал об этой горе. Все люди боялись этих великанов. Он ждал возможность, когда придет тот день, когда то, что мне Бог обещал, когда настанет тот день, когда я смогу, как говорится, владеть этим. Вы понимаете, что... Смотрите, он говорит, отдай мне это Нагорье, о котором говорил тогда Господь. Понимаете, он не говорит там Моисею, там, когда говорил Господь. Ты сам слышал в тот день, что там Анакимы, что там большие укрепленные города. Но смотрите, но если Господь будет со мной, я завладею этой землей, потому что так обещал Господь. Вы понимаете, этот человек, можно сказать, он говорил, он даже так, если так можно сказать, по-нашему сказать, он даже говорил, даже дайте мне все равно эту гору, и я проверю наоборот своего Бога. Он говорит, если будет со мной Господь, если Он мне обещал эту землю, она будет моя. То есть он готов даже, знаете, он даже готов был пойти, можно сказать, даже умереть там, даже просто испытать, мое это или не мое. Понимаете, в других переводах, там, где он говорит, где пишется о верности Халева, вы знаете, даже само имя его, вы знаете, оно переводится как пес. Знаете, как... Вот почему собаки, они верные. Понимаете, это говорится, и, говорится, но одно из значений – это пес. Потом, да, идет там верный, там... То есть его значение этого имени. И вот что мне интересно, понимаете, за какое обещание, я так скажу, держусь я? Я говорю, может быть, это я в каком-то процессе, я просто с вами делюсь. Какое обещание есть у меня Богом? Какое обещание есть у тебя? И опять же, я не говорю сейчас о обещании, там, знаете, о, Бог мне обещал там жену или мужа, или там много денег. Это, я говорю о чем-то, где, как Халев говорит, если Господь будет со мной, то я, говорит, заберу это.
Понимаете, есть ли в твоей жизни что-то такое великое, где ты говоришь, Господь, если ты будешь со мною, то тогда мы это сделаем. Вы понимаете, если даже, если посмотреть на это место так с религиозной, так давайте с другой стороны, как в религии принято? Вообще, в первую очередь, религия, я так скажу, она ждет, как быстрее отсюда сдернуть. Вот эта репрезентация, если посмотрите на 12 соглядатаев, я вам так скажу, 10 из них – это религия. Я не говорю, это не неверующие люди. За неверующих людей вообще не идет речь в Библии, можно сказать. Это религия, которая, знаете, Бог им говорит, идите, берите, это ваше. А они приходят и еще Богу упрекают и говорят, нет, мы туда не пойдем, мы боимся этих людей, отведи нас назад, в Египет. Поэтому же религия, она ждет наоборот. Она поет такие песни, это «Птички Божьи, домой собирайтесь». Там, как там дальше? «С перышек грязь очищайте, да, чтобы легче лететь в небеса». С детства пели эти песни. Но знаете, я хочу, и я верю, знаете, что мы другое ДНК, мы, как говорится, может быть, рождены для этого времени. Чтобы не быть теми, которые, знаете, сейчас гребут, собирают, понимаете, ждут там, что случится, чтобы мне там на месяц дольше прожить, если так можно сказать. Если уже все накроется, как говорится, медным тазом, то пусть, я же говорю, пусть оно уже так накроется, пусть меня первого накроет. Пусть я испытаю своего Бога, испытаю эту Библию вообще. А вдруг это вообще тогда ложь все здесь тогда? Ну о чем мы поем? Чем мы поем песни, знаете, я все отдаю, я следую за тобой, я все там завтрашний день не думаю о завтрашнем дне. Кому мы поем? Когда-нибудь послушай свои песни, когда ты поешь. Ты вообще знаешь, иногда даже... Я не знаю, вот такие песни тут, ну, я понимаю, это писал человек, это он от сердца писал. Ну, а хороводы поют, и ты думаешь, зачем вообще тогда это петь? Я не могу жить без тебя, мое сердце там плачет без тебя-то. Так в Америке? Может быть, это да, сейчас на Украине, я думаю, да, там реально люди взывают к Богу. Или еще где-то там. В Африке или где там, в Шри-Ланке, где нечего есть. Что я хочу оказаться на стороне, понимаете, других, которые наоборот, понимаете, дышат другим Богом, понимаете, в которых ДНК другое, которые наоборот, можно сказать, первыми прыгнут, как говорится, в огонь. Халев говорит, 85 лет ему. Он говорит, отдай мне эту гору. Говорит, я такой же сильный. Вы понимаете, если он ждал этого момента 45 лет, то знаете, что мне это говорит? Если он говорит, отдай мне, я такой же сильный и такой же крепкий и готов. Знаете, что он, может сказать, каждый день ждал этого момента? Потому что другой бы сказал, ну, Иисус Навин, я уже на пенсию собираюсь, тут я уже все, уже иди там, ну, там, вон мои дети, там, иди там, короче. Ну, вы понимаете, что этот человек, он, вот почему написано, что он был верный Богу. Не написано, понимаете, не было бы про него так вот написано, что он был верный Богу. В другом переводе написано, по-английски wholeheartedly, то есть, всем сердцем следовал за ним. Всем сердцем. Это вообще другое, знаете, когда всем сердцем следовать за ним. Это мы далеко не там, я далеко не там. Я хочу быть там. Смелость, знаете, это делать то, что другие боятся. Выстоять опасность, страх. Смелость – это, смотря в глаза боли, печали, продолжать бороться.
Я молюсь даже за наших детей, за нашу молодежь, чтобы они не боялись, понимаете, чтобы они не боялись быть другими, чтобы они не боялись выделяться из, как говорится, из толпы. Вы понимаете, что этот мир, наоборот, задача этого мира, вот вы даже посмотрите там в школах, везде, где с детства хотят, чтобы все были, понимаете, всех под одну, как говорится, прическу стригут. Вот что делал коммунизм, вот что делал, понимаете, все были одинаковы. Попробуй только стань белой вороной. Вы знаете, что Халев был белой вороной во всем Израиле? Понимаете, они ходили по этой, вокруг этой горы, я уверен, что он, наверное, каждый раз оглядывался на эту дорогу, каждый раз, наверное, у него в голове эти великаны были, говорят, придет тот день, когда я туда приду. Что написано, я так, говорит, что ждал этого дня, говорит, когда ты отдашь мне эту землю. И говорю, религия учит и проповедует, чтобы быстрее, как говорится, сдернуть отсюда. Но я верю, знаете что, но я верю, что Церковь Иисуса Христа, время нам, знаете, время нам, как церкви. Знаете что, когда, моя молитва за меня вот такая вот, что когда придет тот момент, Господь, когда придет тот момент, когда я увижу хоть чуть-чуть, или я почувствую вот это обещание, вот это пробуждение, вот эту славу, я хочу быть в тот момент, понимаете, чтобы у меня были силы. И я не говорю сейчас, может быть, я не говорю о физических, понимаете, я говорю о духовных силах. Можно иметь, ой-ой-ой, сколько физических силах, а в голове ничего. Понимаете, я хочу иметь именно достаточно духовных сил, достаточно, чтобы даже если я не смогу, так говорится, персонально этому великану отрубить голову, я знаю, что, скажем там, кто-то это сделает. Вся проблема, понимаете, в христианстве, что мы просто сдаемся, мы не хотим, мы чуть-чуть поносили мечту от Бога, мы чуть-чуть побыли, мы чуть-чуть, да даже вспомни свои ненормальные сны от Бога. Вспомни те ночи, когда ты просыпался, когда тебе нужно было пощупать кровать, тебе нужно было пощупать рядом лежащую там жену или мужа, ты здесь или ты не здесь. Что это было? Неужели это были какие-то фантазии? Неужели это просто были какие-то переживания, какие-то эмоции? Нет, это была мечта, которую Бог влаживал в тебя. Но теперь, понимаете, тебе, мы как-то, понимаете, мы те, как говорится, когда вокруг, может быть, если так смотреть на историю израильского народа, когда вокруг, понимаете, пустыня, и тебе кажется, что ты ходишь вокруг этой горы, тебе кажется, как будто нету, знаете, нету этого прорыва, нет, но ты ходишь. 45 лет он ходил. Но пришел тот момент. Я уже, вот моя, говорится, то, на что мои глаза упали, что я хочу быть в ряде тех, кто в тот момент сильный, кто в тот момент крепкий, кто в тот момент готовый, понимаете, даже собирать этот урожай, собирать эту, понимаете, идти на жатву. Потому что на жатву о чем молились? О жнецах. Это не те, которые, понимаете, лежат на диване и забыли вообще, что сегодня воскресенье, надо сходить в церковь. Но я проповедую вообще просто к другим людям, я проповедую к вам, потому что я знаю, тебя внутри отзывается, я знаю, ты знаешь, о чем я говорю. Потому что мы с одного, как говорится, теста слеплены. Поэтому Бог ждет, понимаете, Бог ждет этих чемпионов, Бог ждет, который скажет, дай нам эту гору. Религия, знаете, как скажет? Не знаете? Но если Бог усмотрит. Знакомая фраза? Ой, какая знакомая фраза. Ну, если Бог усмотрит.
А если Бог уже все усмотрел? А если Бог тебя уже подвел? Халев не молил. Ну, Иисус Навин, ну, там, поговори с Богом. Если это на это воля Его, если это у Него на сердце, если Он усмотрит, то пусть Он пойдет, прогонит великанов, и потом я приду и поселюсь на этой земле. Но вот где Бог. Смотрите, Бог ищет голодных. Он ищет, в тех глазах огонь есть, которых, понимаете, в сердце огонь, которые ты только почувствуешь это. Ты не скажешь, ну, если Бог твоя воля, ну, ладно, пусть будет. Но он скажет, дай мне эту гору. Дай я пойду сражусь с этими великанами. Дай я пойду испытаю своего Бога. Если Бог усмотрит. Что и моя мечта, мое желание сегодня, чтобы просто Дух Святой касался тебя, касался меня. Я не знаю, я ощущаю. Я не знаю, как ты. Что мне все равно. Полный здесь зал. Мне все равно здесь 2 человека. Я стою перед лицом Его. И меня волнует, одобрит ли Он то, что я говорю. Потому что если он, как говорится, не слушает, если ему это не интересно, если он не ощущает свое, то я же говорю, я прошу, Господь, вообще убери меня отсюда, с этого места даже. Потому что я не хочу тратить свою жизнь, я не хочу, как говорится, тратить свое время на что-то, что не имеет смысла. Не хочу. Или Бог, или ты, а меня тогда не надо. Если знаешь, если тебе, если, может быть, знаешь, в твоей жизни, или тебе, может быть, сейчас ты в каком-то сезоне, где, может быть, ты растерян, ты в непонимании, ты не знаешь, что происходит, то знаешь, я тебе что скажу? Тебе нужно, я сейчас говорю за другую гору, тебе нужно подняться повыше. Тебе нужно, знаете, вот почему Бог, когда хотел поговорить с Моисеем, Он забирал его к себе. Он забирал его от этого ропота, Он забирал его от этой, знаешь, от этой всей жижи, что они там развели, там политику свою куда-то создали. Он говорил, Моисей, иди ко мне. Он забирал его себе. И там был с ним написано лицом к лицу. Я так скажу, если ты чувствуешь себя как бы не, как бы ты недоволен, я так скажу, ты не чувствуешь себя счастливым, то тебе время, я так скажу, подняться на гору к нему. Тебе время просто оставить вот это все и просто пойди, поднимись на гору. Пусть он, знаешь, говорит тебе в твою жизнь. Это, знаете, это мое желание. Это то, что не думайте, что я здесь стою, знаете, и такой святой, и такой правильный. Я так же само, как и вы, понимаете, лезу на эту гору. Иногда не долажу. И знаешь что? Когда ты залезешь повыше, ты оттуда больше увидишь.
Ты знаешь, что с горы ты можешь видеть все чуть-чуть по-другому. Мы иногда в жизни, знаете, мы здесь в долине, можно так сказать, и все вот это вокруг, оно все вот тут перед носом, понимаете? И оно создает, может быть, такое, ну, оно все, знаешь, на тебя как бы лезет, оно все к тебе пристает. Но когда ты поднимаешься на гору, ты видишь, ты на это все, ты уже смотришь на это все сдалека. И оно не так уж, оно даже, знаете, оно все это пройдет. Ладно, я думаю, закончилась моя проповедь. Я же говорю, я прошу Бога просто. И моя мечта, знаете, чтобы это место вообще, знаете, Transformation Center, это оно никогда не станет, понимаете, это Божье, а Бог никогда даже не допустит, понимаете, чтобы здесь пошла вот эта, знаете, какая-то религиозная какая-то хрень. Поэтому ты счастливый человек, я так скажу, если ты находишься в этом месте. Это я за себя говорю, сам себе говорю. Поэтому мое желание, мое стремление, моя как бы молитва за вас, чтобы каждый из нас просто не смотрели, знаете, по сторонам и не допускали вот это, знаете, когда дьявол хочет просто всех, я же говорю, сделать в одну массу, чтобы, знаете, чтобы ничего не было, невозможно было различить. Не бойся быть другим, потому что ты уже другой. Не бойся оказаться странным в глазах своих родственников, в глазах своих там друзей, кого угодно. Потому что если ты возьмешь ту Библию, вы знаете, что она написана странными людьми. Она написана, если так, ты посмотри на этого Халева, на Моисея, на Иосифа, посмотри на кого хочешь. Это люди, если вот так вот они жили, то, я думаю, все на них тыкали пальцами. Но знаешь что? Именно вот эти люди, которые, знаешь, все, у него что-то не там, с коробочкой не то. Но вот именно оно то. Если твое сердце горит, когда начинается молитва, если твое, ты закрываешь глаза, и у тебя начинает даже без разницы там, кто поет, кто играет, если тебе не все равно, ты знаешь, что это уже огромное благословение, это уже огромная вещь, за которую никто ни за какие деньги не купит. То, что ты носишь внутри, оно намного сильнее, понимаете, какой-то вообще какого-то знания, понимаете, какой-то школы, чего-то, знаете, то, что этот мир может предложить. Профессионализма или что, чего-то. Поэтому берегите это, цените этим и не бойтесь этого. И придет тот момент, когда ты встанешь у подножия этой горы, я так скажу, и моя молитва за меня и за вас, чтобы в тот момент мы могли сказать, мы такие же сильные, мы такие же голодные, мы такие же самые, какие мы были 45 лет назад, как говорил Халев. Окей? Хорошо, благословение вам всем во имя Иисуса. Просто жизни вам, сил. И не сдавайтесь, не сдавайтесь. Что бы ни происходило, что бы ни происходило, главное не сдавайся, главное не иди на компромисс. Не иди на компромисс с этим миром, не иди на компромисс с религией. Иди на компромисс с женой, с мужем, с детьми. Там надо компромисс. Потому что там, если без компромисса, там ой-ой-ой. Там потом проблема. А вот именно в духе не иди ни в коем случае на компромисс. Ни в коем случае. Вот там компромисс это смертельно. Хорошо. Благословений вам всем.